Ребята, всем привет. Сидим без света, ребята. Сегодня суббота. 12 часов нет света. Что там у них, не знаю. Задолбали. Это мы не в Крыму живем. Кто нам, блядь, отрезал свет? Владик, ты встал? И на улице у нас сегодня 3 градуса сейчас, а было минус 1. И, блядь, ребята, ни отопления не включить, ни хера. Ну вот что сделал. Под утро он, смотрите, бесперебойник еще заряжен был. Вот у нас котел. Вулкан. Ну и насос я ж там сделал. А насос сделал без байпаса. То есть, если теперь света нет, ну все. И не будет работать насос. И будет только котел нагреется. А дальше ж по трубам не пойдет. Ну вот бесперебойник. Обычный с компьютером. Только слышите звук какой? Слышно, да? Такой урчит. Потому что он же не дает идеальную синусоиду. Но тем не менее. Работает, качает, все нормально. Так вот, температура упала. Я пока выключил. Там все собаки лают. Может, сейчас приедут свет. Смотреть, что там за беда. Не знаю. Задолбали. Может, экономят. Ублюдки, да, Владька? Ладно. Будем ждать. Когда раздупляться. Вот, ребята, станция-то есть. Ну, так говорю, 20 гривен в час. Ну, литр в час она берет. А литр у нас стоит 20 гривен сейчас, блин. Ну, жаба давит. Надо на газ ее переделать. Есть, правда, уже готовое такое. Стоит 1000 гривен. Уже готовая хрень. Но я думаю, я сам сделаю. Вот из этого. Из редуктора. Так. Сейчас, наверное, не знаю, что делать. Завести придется. Сейчас аккумуляторы все сели. Надо будет подзарядить все аккумуляторы. Так хорошо хоть на улице тепло сегодня. Ну, плюс 3. А так... Вот так мы всю ночь без света. Вчера вечером как пропал. Вечером часа в 4 дня. И все. Это у людей отопление все. Зависит от электричества. Практически у всех современные котлы, насосы. И все, как ты? Никак. В холодильник дети спят. Хочешь во время? Там холодно, иди домой. Позови Наталью. Бежи домой. Времянку, ребята, не отапливаем. Воду посливали. Дядь Петь! Здравствуйте, света так и нет уж у вас тоже, да? Вот блин. И не в курсе, что там случилось, не? Понятно. Наверное. Вот так, ребята. Трансформатор, скорее всего. А почему? Почему трансформатор гавкнул? Потому что свет, наверное, дешевле сейчас газа. И люди повключали камины. Ну, естественно, он не выдержал. Мася, что такое? Домой идешь? Мася, иди домой. Наша Мася прославилась потом. Покажу. Знаете, вот это ездил Google Мобиль.
Он ее летом сфотал на карте Google. Заходишь, наш дом видно. И Мася попала в кадр. Ладно, все, всем пока. Пошли мы заводить станции. Заряжать аккумуляторы. Блин, блоки питания не могу до конца добить и выложить вам видео. Вот видите, что творится. Паяльник не включить, ничего не включить. Блин, а так можно было бы жить. Страна так вроде неплохая. Смотрите, люди нормальные. Так вот, домики у людей тут. Земельки кусочек. Хрена, выживают нас отсюда прямо насильно. Ни работы, ни хера. Короче, жопа.